Здравствуйте, меня зовут Алексей Красиков, добро пожаловать на портал Неврозы Мегаполиса. Этот ролик я посвящаю новым клиентам, которые только что меня нашли или нашли отдельные мои видеолекции. Что-то вам понравилось, или вы нашли этот сайт и зашли на раздел «Новичку». Итак, я бы хотел вам, несмотря на то, что я много раз это уже объяснял, много раз рисовал, я сейчас еще раз вам расскажу, что такое паническая атака, какие бывают варианты тревожно-фобического панического расстройства, как они соотносятся друг с другом, как тут преломляется агорафобия и кардиофобия и другие прочие фобии. Почему я хочу снять этот ролик? Несколько причин. Первая причина – несколько тысяч вопросов на спрашиваю.ру, которые я вот за последнее время посмотрел и увидел, что многие называют панической атакой совершенно не то, что является панической атакой. Связано это либо с тем, что кто-то неправильно что-то понимает, либо информацию, которую вы черпаете в различных источниках в интернете или друг у друга, она идет с искажениями. Это, знаете, как такой испорченный телефон. Там Петька не так понял, сказал Сереге, Серега тоже не так понял. И до вас дошло уже через там вторые, третьи головы с таким искажением, что, в принципе, вы уверены, что вы понимаете правильно ту или иную терминологию, а на самом деле это не так. Вот чтобы не было никакой путаницы в голове, что такое паническая атака, мы сейчас будем еще раз разбираться. Итак, давайте начнем с того, что есть диагноз вегетососудистой дистонии. Вегетососудистая дистония как таковая не подразумевает паническую атаку вообще. Представьте себе, что паническая атака – это один из симптомов, который может быть в структуре различных невротических проявлений. Паническая атака может быть как паническая атака, как сам приступ, и может быть паническое расстройство, когда у нас паническая атака регулярным образом возникает там или иначе, или в разных обстоятельствах жизни. Если это системное состояние, это паническое расстройство. Но оно само по себе не ходит. Паническое расстройство, как правило, крепится в фобический невроз. Чаще всего это кардиофобия. Когда человек боится умереть от инсульта или от инфаркта, в основном инфаркт, да, либо это страх задохнуться, либо это страх потерять над собой контроль или потерять сознание. Как тут паническая атака примешивается? Смотрите, есть фобический невроз и есть вегетативная регуляция. Вегетативная регуляция – это симптоматика с тела, то, что вы чувствуете телом. Тахикардию, повышенное давление, ощущение кома в горле, нехватка воздуха, жар, холод, озноб, чувство, такое состояние головокружения, слабость, апатия, сонливость, такое бессилие, да, органическое. Это вегетативное телесное проявление, который еще называется астенизацией или вегетативной регуляцией тех или иных систем. Вот тут панической атаки еще нет никакой вообще. Если у человека тахикардия, это не паническая атака. Если у человека повышенное артериальное давление, это не паническая атака. Если человек боится умереть за свое от инфаркта и постоянно там проверяет давление, чтобы как бы предупредить что-то, или постоянно щупает пульс, это еще не паническая атака. Если человек просто находится в состоянии повышенной тревожности или возбуждения, это не паническая атака. Паническая атака – это острый, пароксизмальный приступ паники, похожий на… Да не то чтобы похожий, а так таковое и есть. Как органически, телесно, так и психологически, эмоционально. На инстинкт самосохранения, когда вы боретесь за свою жизнь в какой-то одной конкретной точке жизни. Например, на вас, не дай бог, напала собака или напали грабители. И вы с последних сил боретесь за свою жизнь с полной уверенностью, что надо спасаться.
Вот резкий выброс адреналина в кровь, сковывание мышц, перестройка дыхания, сердце выпрыгивает из горла и стучит как бешеное, со словами «беги» или «спасайся», там, «дерись», «убегай». Вот это и есть животный инстинкт самосохранения. Еще разок, паническая атака в психологии и в психиатрии – это пароксизмальный приступ паники, основанный на инстинкте самосохранения. Это естественный физиологический процесс, когда человек сам уверен, что он сейчас умрет или что-то ему угрожает. Теперь смотрите, в чем фишка. Фишка в том, что если на человека нападает извне собака или там маньяк какой-нибудь, человек трактует угрозу адекватно. И он понимает, что у него адреналин – это страх, он испытывает эмоцию страха, телесно он испытывает страх под действием адреналина, все напрягается, перестраивается на пароксизмальный уровень, но он не называет это панической атакой. Он называет это «я так испугался, у меня там пятое, десятое, там онемело, там застучало, у меня чуть сердце не выпрыгнуло, там а-а-а». Да? А вы не называете это панической атакой, потому что у вас обстоятельства понятны. А когда вы сидите дома или едете в маршрутке или в метро, и вдруг, откуда ни возьмись, у вас что-то там застучало, засвербило, по ногам пошел холод, онемение, у естественного, обычного человека первая мысль – что-то с организмом. Вторая мысль – сейчас мне станет плохо. Третья мысль – а вдруг это сердце, а вдруг это сосуд, а вдруг я упаду. Четвертая мысль – караул, а где же я, а я же выйти не могу, кто мне поможет? И вы сами разгоняете этот панический момент своими мыслями. Я вам сейчас это нарисую более детально. Итак, паническая атака – это короткий пароксизмальный приступ паники, который от и до вами создан и вами проживаем. То есть вы можете сами, вот мне пишут, а можно получить паническую атаку от этого, а можно паническую атаку от этого или от этого. Вы должны понять, что панический приступ – это ваше конкретное решение. Это не приступ, который гуляет там от вас независимо где-то, там он вас накрывает от вас независимо. Фигушки. Паническая атака – это приступ, который на 100% зависит исключительно от вас. И он зависит только от того, как вы думаете. Если вы испытываете эмоцию страха относительно тахикардии, относительно вашего телесного состояния или относительно ваших мыслей, еще раз, если вы испытываете эмоцию страха относительно ваших телесных симптомов или ваших мыслей и уверены в том, что вам это как-то угрожает как телесно, так и мыслительно, у вас будет паника, которую вы сами создали собственной верой и иллюзией в то, что с вами происходит. Да, телесно некомфортно. Да, мягко говоря, некомфортно. Я сам через это прошел в 2006 году, посмотрите историю моей работы. Я прекрасно знаю, что это нифига некомфортно. Но люди, которые занимаются экстремальными видами спорта или попадают постоянно в какие-то экстремальные ситуации, прекрасно знают, что такое адреналин. Более того, если вы знаете, что такое адреналин, искусственный или природный, так сказать, вы прекрасно знаете, что одно и то же. Когда вас пугают на улицу, у вас адреналин резко в кровь выбрасывается, это и есть та самая паническая атака. Но это начало панической атаки, телесное. Но сам по себе приступ паники – это ваш процесс. Теперь смотрите, как это можно нарисовать технически, чтобы вам стало более-менее ясно. Есть один нюанс, очень важный для вашего понимания. Как бы вам нарисовать так, чтобы вам это было понятно. Давайте вот так скажем. Есть причина того, которую вы еще не знаете. И я тоже, потому что я не знаю о вас ничего. Есть причина, которая вызывает напряжение телесное и психологическое. Я не знаю, что это за причина, и вы, скорее всего, тоже не знаете. Есть какая-то причина в вашей жизни, которая вызывает телесное и психологическое напряжение. Почему телесное?
Потому что эта причина – это стресс. Это внутренний стресс, это те самые внутренние конфликты, это те самые внутренние эмоции, которые вы не знаете, и я пока не знаю. Они вызывают у вас естественную телесную регуляцию и психологическое состояние. Вы этого не знаете. Все это затем, если это долго продолжается, это переходит в дистресс и происходит следующая штука. Что ваше тело и ваша психика приобретает повышенное вегетативное возбуждение или такую слабую лояльность к маленьким стрессовым ситуациям. Маленькая стрессовая ситуация для вас уже катастрофа. И что происходит? И вы, допустим, едете в метро. У вас уже в жизни есть определенные ситуации и обстоятельства, которые вызывают у вас стрессовую и дистрессовую состояние. Это видно на телесном уровне, и это видно на психологическом. И тут вы едете в метро, и вдруг у вас происходят как раз вот эти телесные проявления. Как правило, просто вспомните вашу первую паническую атаку. Все началось с какого-то такого незначительного телесного или психологического момента. Вспомните первую паническую атаку. Но дальше что происходит? У вас возникает мысль. Мысль 1. Вот так нарисуем. Когда у вас что-то телесное, сердце застучало, голова закружилась, как-то вы телесно себя не очень комфортно почувствовали. В этом нет никакой смерти. Это естественное проживание стресса. Но вы об этом не знаете. И вы подумали, ой, а что это со мной? А вдруг я сейчас как бабушка умру от инфаркта или как дедушка? А инфаркты помолодели, а что-то у меня странное, а я же в метро. А как же так, а кто мне поможет и так далее и тому подобное, начинается мыслительный процесс раскрутки паники и тревоги. От этой мысли у вас естественным образом образуется эмоция. Какая эмоция может образоваться от таких мыслей? Конечно, эмоция страх. От эмоции страха образовалась эмоция страха. Любая эмоция страха опять же проживается телесно. Телесно, как эмоция страха выглядит? Телесно. Адреналин. Пишем. Адреналин выделился естественным образом, потому что есть эмоция страха на вашу мысль, а вдруг что-то не то. Естественным образом адреналин опять что делает? Зачем нам адреналин в теле? Для чего он? Адреналин естественным образом дает команду всем системам работать на достаточно активном режиме. Сердцу стучать сильнее, чтобы кровь быстрее гонялась по организму, чтобы подготовить вас к бегству. Проще говоря, адреналин – это гормон страха, а страх – это состояние, когда вам надо либо убегать от нападающего, либо спасать свою жизнь. Только в данном случае на вас никто не нападает, вы сами на себя напали. Вы напали сами на себя своими мыслями и в это поверили. А вашему мозгу все равно, кто на вас напал, либо вы, либо маньяк. В данном случае напали вы сами на себя. Выделился естественным образом адреналин. Мозг сказал, так точно, сэр. Выделился адреналин и сделал естественную работу. Ускорил сердцебиение, снизил частоту дыхания, напряг мышцы, поднял давление. Многим деятелям приходит в этот момент гениальная мысль в голову померить давление. И, о чудо, они видят давление 140-160. Конечно, потому что вы фиксируете давление под действием адреналина, что естественно. Хуже всего, когда вы вызываете скорую, и скорая говорит, ой, у вас что-то сердечко 90 или 100, и давление 150, у вас криз. А никакому врачу в данный момент не догадается спросить, а вы вообще нервничаете? Может быть, вам страшно? Да, мне страшно. Конечно, поэтому у вас сердцебиение такое и давление, потому что вам страшно. И в данном случае ваша тахикардия, ваше давление является естественной физиологией, которая не имеет никакой патологии вообще, потому что вы боитесь. И нету здесь никакого приступа. Вы просто фиксируете естественную физиологию естественного адреналина. Вот если вы повесите датчики на человека, который прыгает с парашютом, вы увидите все то же самое. Вы увидите его пульс 130, вы увидите его давление 150. Почему? Потому что это адреналин работает. И нету здесь никакого приступа, который вдруг шарашит от вас независимо. Вы сами себе его мыслью создали,
Вы сами запустили адреналин. А дальше что происходит? А дальше мысль номер два. Все, трандец, помираю. Все, точно, все. Начинаем бояться действия адреналина. Меряем пульс, меряем давление, видим цифры, которые естественны для этого состояния. И говорим, все, пипец, караул. И начинаем вызывать либо скорую, либо есть какие-нибудь колеса, либо еще что-нибудь делать. Там маме звонить, папе звонить по телефону. Как будто мама с папой по телефону помогут вам от телесного какого-то приступа. Это еще одна иллюзия, с которой я работаю с моими клиентами. Ребята, запомните раз и навсегда. Вот просто послушайте. Если я обложу вас родственниками, если есть у человека что-то серьезное с организмом, кто бы возле него ни находился, это никак ему не помогает. Но только в неврозе вам становится почему-то удивительно легче, правда, когда вот телефон есть. Маме, там, мужу, супруге позвонить. Если у вас воспален аппендикс или болит зуб, если я вам 25 родственников пригоню, у вас зуб от этого болеть меньше не станет. Если я вас, если у вас болит зуб, и я вас выведу на улицу и введу в конец города, у вас зуб от этого болеть не станет. Или наоборот, если он у вас заболит на улице, и я вас приведу домой, он болеть не перестанет. Но только в невротическом расстройстве. Вам на улице хреново, а дома значительно лучше. Или у вас приступ паники, но при звонке или наличии мамы, папы или еще кого-то вам легче. Что естественным образом дифференциально показывает, что это не телесная проблема. Это проблема вашей головы, с которой мы, собственно говоря, и будем работать. Но это не значит, что вы сошли с ума. Это не сумасшествие, это не шизофрения, это не патология. Это психологическое расстройство, которое называется невроз, которым я, ваш покорный слуга, собственно говоря, занимаюсь уже последние годы. Итак, наша Клава, так сказать, имела определенную проблему в своей жизни, что естественным образом соматизирует ее тело и психику. И вот Клава едет с метро, простите, Клава, просто имя редкое. И вот Клава едет с метро и думает, ой, что это со мной, у меня что-то сердечко стучит и чистит и так далее. От этой мысли Клава испытывает эмоцию страха, страх естественным образом командует адреналину, и она опять говорит, о, все, точно приступ. И дальше Клава делает какое-то действие. Какое действие, вы уже поняли. Давайте напишем «Д». Действие. Звонки, убегание домой, как правило, со словами «мне повезло, сегодня я не умерла», значит, вот завтра может не повезти. Но не важно, что вам везет последние 5 лет. Ну, как-то вам фартит последние 3-4 года, вам фартит, и вы не умираете. Ну, может не подфартить, правда? Не важно, что от панической атаки еще никто не умер. И не важно, что паническая атака с неврозами не госпитализирует, потому что это не опасно для жизни. Вам это не интересно. Вы считаете, что вам повезло. Неважно, что невроз – самое распространенное психологическое расстройство на планете. Если бы это было опасно, вас бы всех бы давно бы госпитализировали, чтобы сохранить популяцию на планете. Вы этого не понимаете. Вам это не важно. Вы же, вот, вам кажется, что вам повезло. Не умирают от этого. Не захотите, не умрете. Соответственно, что Клава делает? Таблеточку, маме позвонить, еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то. И это приносит Клаве облегчение. Ее отпускает. Она говорит, блин, повезло. Пишу, ура. Вот здесь. И вот здесь Клава делает себе ловушку. Вспомним гениального нашего ученого Ивана Петровича Павлова. Что такое условный, безусловный рефлекс. Не буду сейчас вдаваться в подробности. Стимул, реакция, подкрепление. Стимул, реакция, подкрепление. В данном случае стимул. Это было метро, реакция – это эмоция страха и телесная реакция. Подкрепление – это то, что Клава сделала. Вот то, что Клава сделала, и в том месте, где был стимул, останется навек ее рефлексом. Ну, навек в кавычках. До той поры, пока мы не вмешаемся в этот процесс. И чем больше таких рефлексов – метро, улица, дом, аптека, фонарь, там, мост, там, еще что-то – тем больше Клава попадает в психологическую ловушку, что ее преследуют какие-то приступы, от которых она спасается, ей везет постоянно. И тем самым ее круг передвижения плавно-плавно начинает сужаться, потому что у Клавы возникает привычка избегать определенных мест, где был у нее такой приступ. Она не знает, что это она сама сделала. И чем уже сужается это пространство, в конечном итоге это может сузиться до пространства дома. И это уже агорафобия.
Бывает агорафобия там средней степени тяжести, легкой там такой, да, что хожу только с родителями, но хожу. А бывает так, что вообще не хожу. И это печалька. И эта печалька такая приличная. Вот единственное, мне говорят, Алексей Юрьевич, чем опасен вот агорафобия, чем опасен невроз с паническим расстройством? Телесно не опасно никак. Испытывайте паническую атаку по 10 раз в день, в течение 10 лет не умрете. Но опасно другое, что качество жизни данного пациента, качество жизни данного индивида оставляет, мягко говоря, желать лучшего. Но какое качество жизни можно говорить, когда человек не ходит сам на улицу, не может поехать в другой город, не летает отдыхать, вообще никуда не ездит, может быть прикованным только к каким-то людям или при наличии каких-то там социально-бытовых обстоятельств, он не свободный. Поэтому невроз не опасен для вашей жизни, как телесной жизни. Невроз опасен исключительно инвалидизации свободы. То есть телесно не опасно, не умрете. Но качество жизни страдает колоссально. И моя работа сделать так, чтобы качество вашей жизни вернулось в нормальное русло. Итак, вот это паническая атака. Теперь показал, как она может сужаться до состояния агорафобии. Теперь смотрите, паническая атака как приступ может вами вызываться от чего угодно. Вот сейчас буду говорить смешные вещи, как многим покажется, но вы не поверите, но это правда. Промочил ноги. Серьезно, промочил ноги. Мысль, а вдруг это является чем-то опасным? ИВСД, ШМСД. Ой, ой, точно, я же ноги, а ноги промочил. Все, пипец, паника. А все лишь на все промочил ноги. Съел просроченный творог. Мысль, а вдруг у меня там бактерии, которые меня загасят сейчас? Эмоция, страх, адреналин, вот вам паника. Вы можете развить эту панику вообще, в принципе, на ровном месте от того, что вам пыль попала в нос. Едите какой-нибудь салат, попался какой-то соус, там, кислый, терпкий, что-то как-то, ну, запершило неприятно там. Мысль, а вдруг у меня сейчас что-нибудь где-нибудь, ой, вот это вот ой телесное, это и есть адреналинчик, пошел от вашего страха. И начинается. Наша задача – работать по данным точкам. Точка номер один. Ой, блин, ребята, я не знаю, здесь будет видно сейчас, нет? Смотрите, видно? Видно. Мысль номер один и мысль номер два. Вот наши две точки работы. Как только вы станете хозяевом собственных мыслей, вы станете хозяевом собственных эмоций. Если вы станете хозяевом собственных эмоций, вы станете хозяином собственного адреналина. У вас его просто тупо не будет. Все. Вот паническая атака и паническое расстройство – это очень легко в терапии, в психотерапии, в психологии. Мне искренне жаль, что сотни тысяч моих коллег прописывают почему-то здесь транквилизаторы и антидепрессанты. Это делается очень несложно. Да, клиенты тяжелые, да, у них сильное сопротивление, да, они достаточно эгоистичны, часто приходится заставлять, мотивировать, но простите, вы за это деньги получаете. Поэтому тревожно-фобическая, в данном случае кардиофобия, агорафобия с паническим расстройством внутри в 90% случаев не нуждается в фармакоподдержке. Это очень важно понимать. Значит, есть упражнения для паники, для самого приступа, но все начинается с образования. Есть упражнения для агорафобии, чтобы расширить круг передвижения. Как здесь страхи другие фобии преломляются, да, в панику? Как в структуру, допустим, лиссофобии может включаться паническая атака? Смотрите, страх сумасшествия. Идете по улице, и что-то у вас, какая-то мысль в голову промелькнула. И у вас так, вот, допустим, стимул, только не метро, а мысль. Там, ну, какая-то мысль, которая вас потревожила. И у вас следующая мысль. Ой, а вдруг я сойду с ума? От этой мысли опять эмоция, опять страх, и вот вам опять паника. То есть вы сами на себя нападаете, мысль номер один, и не важно, что будет стимулом. Поняли? Стимулом может быть тело, стимулом может быть мысль, стимулом может быть какое-то действие, еще что-либо. То есть не важно, что будет стимулом, важно, что вы, черт побери, подумали, от этого какая эмоция, и как вы отработали эмоцию, как вы поняли вот это адреналиновое состояние.
Если вы поняли его как пипец, то добрый вечер, паника. Конечно, вы будете в состоянии паническом состоянии. Вот так коротенько, что такое паническая атака и что это приступ, который вы сами вызываете, независимо от того, что его провоцирует. И, конечно же, ребят, сам вот этот циркуляционный процесс – это не есть невроз. Это маленькая, вот мои ребята, которые занимаются индивидуально, в группах, дистанционно, вот тот DVD-курс, который я сделал, или в групповом формате, или в индивидуальном, они вот это вот очень быстро и прекрасно понимают и умеют с этим бороться. И они прекрасно вам могут сказать, что это не главное вообще. Сначала главное вот научиться работать с мыслями, стать хозяевом собственных мыслей, чтобы стать хозяином эмоций. А затем надо понять, черт побери, что провоцирует всю эту изначальную петрушку. И эту петрушку провоцирует вот этот момент. А этот момент, это называется определенные внутренние обстоятельства. Какие обстоятельства? Прямо сейчас смотрите ролик «Внутренние конфликты». Молодцы! Спасибо за внимание. Смотрите дальнейшие ролики прямо сейчас «Внутренние конфликты», и дальше уже вам будет более ясно все, что с вами происходит. Спасибо за внимание. Пока.